выплата по ипотеке у тебя 1900. А у тебя выплата по ипотеке, получается, 300. Да. А, ты все записала уже, да? Молодец. Ипотека, кредиты, бизнес. Слова из взрослой жизни, с которыми попробовали разобраться школьники. Пока в формате игры. Вот эти ситуации, которые мы в игре можем пройти за несколько шагов, то есть в течение часа, полутора, иногда и два, или три часа играют дети. Эти ситуации длятся годами в жизни, в реальной, и иногда тяжело понять, какой будет у тебя результат на выходе. А и вот дети в игровой форме, они могут пройти этот этап за короткое время, и понять, как они могут действовать в той или иной ситуации финансовой. В игре Мирославе выпала карточка медсестры. Она уверена, что управлять своими доходами и расходами важно учиться как можно раньше. Скоро школьница попробует заработать свои первые деньги сама. Летом пойдет работать в библиотеку и в краеведческий музей. Сейчас мне исполнится 14, я пойду работать. Соответственно, у меня уже будут свои деньги, которые я либо буду копить, либо куда-то тратить. И нужно понимать, зачем и почему, и для чего ты это делаешь. Несколько часов игры, и ребята – владельцы акций, почти акулы бизнеса. Организаторы планируют проводить финансовые игры в библиотеке номер один каждую пятницу. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».